Новое оружие против вирусной инфекции. Я Картавенко Виктор Владиленович, полковник медицинской службы в отставке, с полной ответственностью заявляю, что сохранению огромного количества человеческих жизней мы обязаны стратегии и тактике военной медицины. Исходя из ее принципов, мне удалось разработать и успешно реализовать новую систему сохранения жизни и здоровья людей в период повышенной вирусной опасности. Подробно об этой системе можно узнать на вебинаре. Регистрация на вебинар внизу под этим видео. Система включает в себя оценку состояния, курс рефлекторных воздействий и персональную программу использования нового природного фитосбора. Результаты выздоровления при затянувшемся течении за 69 часов, купирование интоксикации после приема антибиотиков за 48 часов и постоянно действующая защита от возможного заражения. На вебинаре вы узнаете о системе медицинской курации и авторском сопровождении. Регистрация под этим видео.